я и Гринпис, в борьбе мы родились, а экологию борись. Партнер рубрики «Строительная домоуправляющая компания «Бастион». Управление жилым фондом. Весь спектр строительных услуг. Нам есть чем гордиться и есть над чем работать. Компания «Бастион». Ваш дом – наша забота. Привет всем блюстителям чистоты. Мы продолжаем нашу еженедельную экотерапию. Как бывает порой обидно, когда внешний вид красивого дома портит мусор на территории. А такую картину можно увидеть почти в каждом дворе уссурийска, большому нашему сожалению. Сегодня место высадки – дом номер 6 по улице Тургенева. Во всеоружии ребята из экологического клуба Уссурийского пединститута «Исток» убирают результаты вечерних посиделок любителей свежего воздуха и алкогольной продукции. А на это уже просто, видать, сил у них не хватило. Или мозгов, чтобы убрать за собой. Наверняка каждый думает, да ладно, неужели я один создам свалку? А поскольку таких мыслителей очень много, в итоге получаем постоянные дворовые помойки. Мало того, что люди выкидывают просто так мусор, они еще и бьют как бы стекла. Между прочим, во дворе этого дома детский сад, и мамы с детьми гуляют каждый день. Ну это Россия. А вот, к примеру, в Швейцарии каждый житель, независимо от социального статуса и материального положения, обязан сортировать мусор. Стекло к стеклу, металл к металлу, бумагу к бумаге и так далее. Это закон. Нарушителям крупный штраф. За соблюдением закона следит мусорная полиция. У нас уже появились первые пострадавшие. Лен, скажи, что с пальца? Убирала стекло и вот как результат моей помощи данному двору. Лена, родина тебе этого не забудет, в отличие от жителей этого дома. Кстати, за все время нашего экологического субботника к нам не присоединился ни один взрослый. Дети же с радостью подхватили эстафету и даже с трудом делили между собой грабли и кисти. Мы вам будем помогать, это наш двор! Юные участники нашего зеленого патруля пообещали, как только станут постарше, обязательно сами организуют субботник со всеми жителями двора. Потому что они не отсоображенные. Ну, их не учили, когда они были маленькие, убираться за собой. А тебя папа учил? Конечно, учит. Каждый день. Ну, потому что они иногда пьяные, вот они и мусорят, когда пьют. Представители старшего поколения экологов убедились, бывают и трезвые неадекваты. Так однажды, сделав замечание человекоподобному свинтусу, Ольга чуть не лишилась здоровья. На меня так посмотрел, говорит, что типа жить надоело, что-то вроде этого. Я так посмотрела, говорю, понятно. Взяла просто бутылку, выкинула, не стала идти с ним на конфликт. Поняла, что с человеком разговаривать бесполезно. Нужно около каждой лавочки поставить мусорку, чтобы они именно туда все это выкидывали, выбрасывали. Ну все, мусор весь убрали, листья сухие собрали, бордюры побелили, а времени потратили всего лишь час. Мало вы ожидали от нашего населения, но когда мы увидели детей, которые к нам подошли и тоже захотели убираться, и мы поняли, что, собственно говоря, все не зря проходит. Итого 8 детей, 8 мешков мусора. Спасибо еще раз нашим юным героям. Наш двор чистый двор! Субботник – одна из лучших традиций дворовых мероприятий. Поэтому, друзья, не забывайте об этом, ведь квартира начинается со двора. С чистыми мыслями в светлое завтра. Нужна высадка нашего экологического десанта? Звоните по телефонам редакции 33-72-74 и 33-72-75. Партнер рубрики «Строительная домоуправляющая компания «Бастион». Управление жилым фондом. Весь спектр строительных услуг. Нам есть чем гордиться и есть над чем работать. Компания «Бастион». Ваш дом – наша забота. Я и Гринпис, в борьбе мы родились, экология.